Добрый вечер. В студии Первого Дену Руснак с обзором основных событий. Они сегодня важные. Стало известно, какие ограничения введены на период чрезвычайного положения. И сколько доз вакцины «Спутник Ви» скоро прибудет в Молдову. Но вначале коротко о других темах выпуска. Версия автовакцин. Верификация мест. Да, есть. Астазилека. В столице открылся муниципальный центр вакцинации с пропускной способностью до 1000 человек в день. Плюс 1000 к пенсии. Получателям соцпособий, сумма которых не превышает 4000 леев, в этом месяце выдадут материальную помощь. Здесь велась торговля рыбой без каких-либо авторизаций. Счет идет на сотни. В столице продолжают сносить незаконно установленные киоски. Из дому после 11 вечера не выходить, документы всегда при себе, работа и транспорт по особому графику. Нацкомиссия по чрезвычайному положению озвучила правила, по которым стране придется жить до 30 мая. Многие из них нам знакомы по прошлой весне, но главное отличие – власти постарались по максимуму не затронуть экономическую деятельность. С 3 апреля выходить из дому после 23 часов и до 5 утра можно только по особым случаям и обязательно с удостоверением личности. На работу со справкой с рабочего места, в аптеку и за помощью врачей с написанным в свободной форме заявлением под личную ответственность. Декларация по проторе респондере требует купленды нумеле, пренумеле, дата наштери, адреса локула активитации профессионале, дурата депласери, дата комплетери и семнатура. В классы дети пока не вернутся. Детсады остаются работать, а вот библиотеки, музеи, театры, концертные залы и дома культуры закрываются. До конца мая в стране не будут проводиться никакие спортивные и любые другие массовые мероприятия. Тренироваться позволено только профессиональным спортсменам. Транспорт в Кишиневе и Бельцах будет ходить по особому графику. Там дечисы норма дезбатерлор, интерзичеря циркуляции и шафлерии персонелор на спации публичи. Паркур, теренур дежака, теренур спортиве. Поставщикам услуг запрещено отрезать домовладельцев от электричества, воды, газа за долги до 30 мая. Любые предприятия и учреждения, независимо от форм собственности, могут позволить физическое присутствие 30% сотрудников. Остальные должны работать удаленно. Планерки, заседания, инструктаж не должны длиться больше часа. Если это невозможно, руководство должно разбить коллектив на группы. На большую часть проводимых проверок вводится мораторий. Он не коснется контроля за соблюдением санитарных норм. Агентство госуслуг будет работать строго по предварительной записи. Никаких церемоний с участием многочисленных родственников и друзей. Тем, кто хочет в это время зарегистрировать брак, придется довольствоваться скромной росписью в присутствии сотрудников ЗАГСа. Объявлена всеобщая мобилизация медработников. К лечению больных коронавирусом привлекут в том числе частные клиники в обязательном порядке. Продлевать и подтверждать инвалидность до 30 мая госучреждения будут автоматически. Выплаты на этот период сохраняются. Аурелий Чакой заверил, что сейчас изыскиваются средства для поддержки тех, кто в период чрезвычайного положения останется без источников доходов. Официально Москва готова предоставить нам вакцину «Спутник Ви» в самое ближайшее время. Об этом госсекретаря МИДа Дмитрия Соколана уведомил вице-министр российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко. После информации МИДа на своей страничке в соцсети глава ПСРМ Игорь Дадон, который находится сейчас в Москве, уточнил. В Молдову привезут 180 тысяч доз, 60 тысяч предназначены для левобережья. Договоренность об этом была достигнута в рамках беседы с главой администрации президента России Дмитрием Козаком. Игорь Дадон подтвердил готовность Молдовы купить еще 400 тысяч доз и поблагодарил официальную Москву за помощь, оказанную во время пандемии. Отметим, это самая большая партия вакцин против коронавируса, которая прибудет в нашу страну. До сих пор в Молдову поступило около 113 тысяч доз сыворотки в виде гуманитарной помощи, в том числе от платформы COVAX. На складах медучреждений остается чуть более 14 600 доз для первой вакцинации. Всего у нас были иммунизированы 42 154 человека, или чуть больше 1% населения. Некоторые врачи поддерживают решение властей о введении чрезвычайного положения. Говорят, нужно снижать нагрузку на больницы. А мэры городов, в которых еще раньше был объявлен красный код, утверждают, что дополнительные ограничения дали результаты. Снизилось число заражений коронавирусом.
Ежедневно в больницу скорой помощи в Кишиневе обращаются около 250 пациентов. И многие из них оказываются зараженными COVID-19. Из 160 коек 60 в реанимации, и их не хватает. Врачи надеются, что с введением чрезвычайного положения в стране удастся остановить рост числа инфицированных. Мы не реферим на диверсия методики рестрикции, которые артрибиса фия интродуция на чем мы апропиат тимп. Și care se aducă la ruperea lanțului de transmitere a virusului. Este foarte important, deoarece noi, ca asistenți medicali, ca medici, foarte greu ne este cu pacienți să luptăm. Vin foarte mulți oameni și la policlinică, la spitale, pe afară, chiar și aici. Depinde și de pacienți. Și de populație, dacă o să respecte, spartă masca peste tot, dacă bolnavi care sunt bolnavi, o să stea acasă. В некоторых районах Молдовы, в которых еще раньше был объявлен красный код, уже есть опыт дополнительных ограничений. Местные чиновники говорят, что эти меры дали хорошие результаты. А если ограничения будут введены повсеместно, то можно надеяться на улучшение ситуации. Мои пациенты казали, что это инфектарий. Это вариант, когда мои пациенты в последние 14 дней, когда мои казали. Содаторязано и рестрикциям, которые... Тем временем в стране началась кампания по информированию населения. Спасатели также установили 15 антиковидных палаток, из которых 7 в людных местах в Кишиневе и по одному информационному пункту в Страшенском, Дубосарском, Унгенском, Фалежском, Сорокском, Левском, Вулканежском районах, а также в Бельцах и Гагаузии. Президент, которая две недели назад в категоричной форме потребовала от правительства ввести тотальный карантин, сейчас недовольна режимом чрезвычайного положения. Майю Санду больше не волнует, что страна теряет десятки жизней, ведь ее главную цель – досрочные выборы – придется отложить на пару месяцев. А ведь еще 13 марта после заседания Высшего совета безопасности она с тревогой в голосе исчисляла смертность от коронавируса в самолетах. Au fost atenționări dure din partea experților că săptămânal pierderile omenești ale țării noastre sunt echivalente căderii unui avion plin de cetățeni și că trebuie să luăm decizii responsabile pentru a încetini răspândirea virusului. Poziția președinției și a majorității membrilor Consiliului Suprem de Securitate este să recomande instituirea stării de urgență. Эксперты в прогнозах не ошиблись. Прошло две недели, а у нас больше зараженных и больше умерших. Санду даже думает, что больных куда больше, чем это отражено в статистике. Noi astăzi suntem într-o situație dramatică. Cifrele, în special numărul oamenilor decedați, este o cifră strașnică. Și numărul celor infectați este la fel de mare și vă asigur că nu este cifra finală. Pentru că sunt mulți oameni care nu se... Nu merg să se testeze. Dacă s-ar face mai multe teste, ați vedea că numărul celor infectați este mai mare. Вслед за временным премьером Аурелию Чукоем Санду повторяет, система здравоохранения не справляется с потоком больных. Spitalele sunt supra-solicitate, medicii care lucrează în terapie intensivă sunt foarte obosiți și nu mai există un număr suficient de medici. Deci nu mai este problema acum în echipamente medicale, dar este vorba de oameni, inclusiv și medici. Не признавая, что Молдова на грани катастрофы, Майя Санду две недели назад, требовавшая ввести ЧП, сейчас недовольна решением, принятым парламентом накануне. Eu asta înțeleg, este o încercare de a mai amâna dizolvarea acestui parlament. И вопреки всем законам логики, президент снова повторяет, распустить парламент и провести выборы надо как можно скорее. Pentru noi cel mai important este decizia Curții Constituționale și o să aștept decizia Curții Constituționale. Iar mai departe o să mergem pe scenariul pe care îl doresc majoritatea oamenilor din Republica Moldova și anume alegerea. Решение суда Майи Санду нужно, чтобы установить срок проведения выборов. Она хочет, чтобы голосование состоялось уже летом. По ее мнению, в жару вирус не так агресивен. În momentul în care este decizia, sigur, pornesc, sau decizia curții, atunci pornesc de la situația reală. Dacă pornim de la această constrângere a COVID-ului și când este cel mai mic număr sau când ne putem aștepta la cel mai mic număr de infectări, este vorba despre vară.
Парламент объявил чрезвычайное положение на 2 месяца, чтобы расширить возможности правительства с урезанными полномочиями при управлении пандемией. По закону в это время запрещено проводить избирательные кампании. Майя Санду – социопат, крайне токсичный политик, напрочь лишенный сострадания к людям, утверждает Сергей Макану. Лидер движения «Антимафия» заявляет, что действия президента не имеют ничего общего с политикой. В основе ее мотивации, как государственного деятеля, проблема, связанная с социопатией. Личная проблема, которая может нанести большой вред молдавскому обществу, говорит Макану. Noi suntem la capătul a 3 luni de absurd, a 3 luni de manifestări care nu țin de tactici politice sau de strategii. Deci, chestia asta cu alegerile anticipate nu seamănă a fi o strategie politică. Și eu vă pot dovedi elementele constitutive acestei manifestări a ei este o idee fixă. Când vorbesc de idee fixă, mă refer exact la sociopatia ei. Deci nu poate un politician să-și subordoneze tot absolut. Totul absolut în jurul ei, să arunce în cuptorul ăsta al interesului personal și sociopatic totul ce există în jur. Deci noi ne confruntăm cu un politician total irresponsabil. Политик утверждает, что Майя Санду полностью лишена сочувствия к гражданам этой страны. Это макар сартеми де чи се пуате întâmpla ei, când toate astea se vor aduna și lumea va înțelege că, de fapt, jocul ăsta al ei de anticipatele a generat atâtea morți, a generat un dezastru în sistemul medical și un dezastru enorm în societate. Un om cu o asemenea mentalitate ca a ei nu are nici frică, nici responsabilitate și nici simțul faptului că devine ridicol. Ea trăiește fără niciun fel de regrete pentru prostiile pe care le face. Президентура не отреагировала на заявление Макана. Тем временем лидер движения считает, что Конституционный суд находится в крайне сложной ситуации, когда ему приходится сталкиваться с социопатией Майи Санду, а не с политико-правовой проблемой. 1515 человек пополнили ряды инфицированных COVID-19. 5 заразились за границей, а 22 на рабочем месте. Это медработники. С начала пандемии в нашей стране заболели более 231 500 жителей. В больницах 4103 пациента, из которых 320 в крайне тяжелом состоянии. Выздоровели 2055. А еще 43 проиграли битву с коронавирусом. На дому лечатся почти 10 500, а 20 с лишним тысяч находятся под присмотром врачей. В столице открылся первый центр вакцинации, который действует вне лечебных учреждений. Помещение в 400 квадратных метров бесплатно предоставила экономическая академия. Власти утверждают, что там могут проходить иммунизацию 200 человек в день, но при необходимости пропускную способность можно увеличить до 1000. Пока же туда доставили 2500 доз, предназначенных для лиц, включенных в первый и второй этапы. Это медики и педагоги, больные хроническими заболеваниями и лица старше 60. На входе пациенту выдается талончик, и он отправляется ждать своей очереди в процедурный кабинет. Да, есть анестезия. После вакцинации нужно будет провести 15 минут под наблюдением врача в отдельном зале. На всякий случай в центре даже реанимацию оборудовали. Алергия, сау он шок анафилактик, в сало для спровидения, пациенту лезть автомат трансферат в сало для терапии интенсивной импровизации. Айчи се афла аппарату для респирации механика. Центром вакцинации, как и триажным центром на Молдэкспо, управляет руководство больницы Святой Троицы. Правда, сотрудников привлекут из всех лечебниц столицы. На первый этаж се афла 2 постели вакцинария, на этаж 2 се афла 4 постели вакцинария. Ва лукра де ла ора 8 până la ora 6 сара. В центре интернет на момент дат активизируется 26 de angajați. Флуксу де пациентов зильник, зичам, на один сингур пункт есть до аппроксиматив 200 de persoane, адика в мод нормал, дака не ампуне această сарчина, ампутя прелукра cu vaccin sau administra vaccinul
pentru cele peste 1000 de persoane care și-ar dori acest lucru. Списки тех, кому на определенном этапе полагается вакцина, составляет Управление здравоохранения Кишинева. Позднее можно будет записываться онлайн. Această programare va fi una extrem de ușoară, într-un timp foarte scurt. Noi vă vom prezenta atunci când va fi lansată. Pot să vă spun cu certitudine că deja ea a fost pilotată și poate fi pusă în aplicare. Doar așteptăm momentul când va fi și disponibil vaccinul ca să putem organiza un proces de imunizare la cel mai înalt nivel. Одними из первых в центр вакцинации пришли педагоги. Накануне открылся второй этап иммунизации, и наряду с людьми старше 60 и хронически больными пришел их черед. Настроены решительно. Говорят, чем быстрее учителя получат прививку, тем скорее можно будет покончить с онлайном. Am venit să mă vaccinez pentru că consider că este o soluție optimă de a ieși din acest colaps în care a nimerit societatea. E o soluție să redeschidem școlile, să devenim la viață normală. С начала марта и по сей день в рамках первого этапа иммунизации в 100 специально открытых по всей стране пунктах вакцинировано свыше 40 тысяч медработников. Постепенно число пунктов увеличат до 330. А теперь страшная информация к размышлению для тех, кто до сих пор не верит в ковид. В нашей стране впервые с начала пандемии от коронавируса умер ребенок младше 10 лет. По сообщению Минздрава, трехлетнюю девочку из Неспаренского района привезли в Кишиневский институт матери и ребенка в тяжелом состоянии. Поместили в реанимацию, подключили к аппарату ИВЛ, но врачи не смогли спасти малышку. У нее было много хронических заболеваний. Сначала маленькую пациентку лечили в местной больнице, но состояние ребенка не нормализовалось, и ее отправили в Кишинев. Старила пациенту на интернате была экстрем деграва. Această fiind internat în secție de terapie intensivă, ulterior confirmat pozitiv cu infecția COVID-19. În toată această perioadă, starea pacientului a rămas în continuare gravă, a fost conectat inclusiv la ventilare artificială. Кроме болезней, которые развились из-за коронавируса, у девочки были хронические заболевания и врожденные патологии. Ряд de пневмонии билатерала, de бронхит обструктивы, de пилонефрит кроника, инсуфициенция ренала кроника. Precum și avea anumite multiple anomalii în dezvoltare. Era și spina bifida, este așa o afecțiune. В реанимации института матери и ребенка девочка находилась неделю. Врачи не смогли ее спасти. Cauza exactă decesului urmează să fie stabilită prin expertiza medico-legală, dar lucru este cert că starea pacientului s-a agravat și inclusiv și din starea, și din cauza infecției COVID. Умершей девочке было 2 года, 11 месяцев. С начала пандемии коронавирусом заразились уже 11 с лишним тысяч детей. Минздрав предупреждает, чада стали болеть чаще и тяжелее. И родителям следует сейчас пуще беречь их, как зеницу ока. Потому что даже если ковид не вызовет серьезных осложнений у ребенка, он вполне может заразить своих родных, как это случилось в семье героини нашего следующего репортажа. Я заразилась от своей дочери, которая заразилась, соответственно, находясь в контакте с кем-то больным. Но учитывая, что она не посещает в силу возраста никакие особо заведения, и кроме лицея и, не знаю, узкий круг друзья у нее тоже с того же самого лицея, то, соответственно, они где-то там смогли найти друг друга. Несколько дней головной боли, температура до 38. Экспресс-тест оказался негативным, но состояние ухудшалось, а температура росла. Лилия обратилась в поликлинику. Полноценный тест показал. Это оно. Меня перенаправили на дежурного врача. Дежурный врач мне дал первичные рекомендации и напомнил несколько раз, обязательно созвонитесь с вашим семейным врачом, который будет вас курировать. Не занимайтесь самолечением. Самоизоляция, таблетки, витамины. Все, как доктор прописал, но лучше не становилось. А однажды слабость и головная боль довели Лилию до отчаяния. В какой-то момент я попросила сына мне передать коробку с документами, чтобы я ему показала, какие где документы. И практически пыталась надиктовать ему чуть ли не завещание. Когда я поняла, что у меня повышается температура и сил становится все меньше, я составила контактный список, кому звонить из родственников и с кем из моих друзей связаться. 18-летний сын и 14-летняя дочь. Те, кто и физически, и морально помогали Лилии справиться с болезнью. Человек, который лечится на дому, это не значит, что человек болеет легко. В моем случае у меня наступил тот день, к сожалению, когда мой сын, которому 18 лет, поднимал меня и доносил практически до ванны и обратно.
когда моя дочь меня кормила, поила с ложечки. Лилия одолела болезнь еще месяц назад и до сих пор борется с подарками судьбы. В моем случае у меня упало зрение. То есть я так как бы ношу очки, а так получается, что зрение упало еще ниже. У меня частично было нарушение слуха одного из уха. Ну и еще кожные покровы, кровь надо было продолжать еще разжижать. После пережитого Лилия перестала с терпимостью относиться к ковид-скептикам. Каждый из нас забывает о том, что мы граждане, которые тоже обязаны. Обязаны выполнять правила, обязаны не нарушать закон, обязаны соблюдать правила дорожного движения. С сегодняшнего дня получателям всех видов пенсии, размер которых меньше 4000, и соцпособий, за исключением выплат и по уходу и присмотру, начали выдавать единовременное пособие в размере 1000 леев. Его можно получить одновременно с пенсией или соцпособием. Расходы на выплаты для почти 599 тысяч пенсионеров и более 68 тысяч получателей соцпособий покрыты за счет переводов из госбюджета. La data din 1 aprilie 2021 au fost transferate toate plățile sociale și ca să fie mai explicit, un beneficiar de pensii pentru limită de vârstă care primește pensia la oficiu poștal, de exemplu, pe data de 6 aprilie, pe data de 6 aprilie se apropie la oficiu poștal și primește și pensia și suportul financiar unic. Respectiv, categoriile de beneficiari care primesc pensia prin intermediul instituțiilor financiare, e aceeași procedură. În data achitării prestației inițiale, primești și ajutorul. При этом с 1 апреля произведена первая в этом году индексация пенсий. Quantumul minim ulterior indexării, quantumul minim al pensiei pentru limită de vârstă, va constitui 1188,035 lei. Totodată, quantumul pensiei minim de dizabilitate, în cazul dizabilității severe, va constitui 891,04 lei, în cazul indemnizației accentuate, dizabilității accentuate, 831,64 lei, în cazul unei dizabilități medii, 594,03 lei. Люди помощи благодарны. Говорят, в нынешней ситуации важна каждая копейка, ведь пенсии по-прежнему довольно скромные. Eu de pildă sunt invalid de gradul 2. Am o pensie de 1000 de lei. Ce faci cu 1000 de lei? Poți supraviețuiești, trăiești, supraviețuiești. Vârsta mea, pensia mea, eu nici 3000 n-am. Tot să ne descurcăm, măcar un medicament sau, știu eu, de plătit undeva o factură. E mai bine decât de fel. Напоминаем, что в этом году, 1 октября, состоится вторая индексация пенсии с учетом уровня инфляции, зарегистрированного в первом полугодии текущего года. Коэффициент индексации устанавливается правительством. 18 с лишним тысяч пенсионеров после пересчета получают больше. В нынешнем году это коснулось лиц, чей стаж от 7 до 10 лет после достижения пенсионного возраста. Средний размер выплат составляет 5325 леев, а раньше 2833. Право на пересчет предоставляется со следующего месяца после подачи заявления. Следующий этап наступит 1 января для тех, чей трудовой стаж после выхода на пенсию составил от 5 до 7 лет. А последний этап в начале 2023 и затронет лиц, у которых стаж составляет от 2 до 5 лет. Бюро статистики констатирует рост цен на продукты питания. Люди жалуются на высокую стоимость даже на рынках, хотя известно, что продовольствие там дешевле, чем в магазинах. Подорожали подсолнечное масло, овощи, грибы, а это товары первой необходимости, особенно сейчас, когда многие верующие соблюдают пост. А ведь до этого выросли цены и на топливо, и не исключено, что за электроэнергию придется тоже платить больше. Люди обижены на власть придержащих. Говорят, не затем шли на выборы, чтобы они потом занимались чем угодно, только не заботой о народе. Согласно данным Бюро статистики, цены на продукты существенно выросли еще в феврале. По сравнению с январем рост составил 0,38%, тогда как в аналогичный период 2020 года цены выросли всего на 0,02%. Еще большее подорожание продуктов в этом году наблюдается в марте. Одно из самых существенных – на подсолнечное масло, даже на домашнее, нерафинированное. Да, вам на диаспор, да. Так это пост куда уходит? Чей час туда скрывается? Это пост? Во шапки здесь. А шейка шапки здесь вчера? Да. Шапки здесь, три здесь, два здесь, две.
Как оно вот здесь делей? И скум, пентрановый скум. Это фотография цен на рафинированное подсолнечное масло в феврале. Большая бутылка, которую тогда можно было купить по 145 леев, теперь стоит 175. Де луна трекута шу панаму. Луна трекута панаму шу скупить 3 ори одата. Eu, în genere, folosesc ulei de măsline. Soțul meu e greș, folosesc ulei de măsline numai. Și vă spun că s-au ajuns la prețul cam, e aproape prețul la ulei de măsline care luăm noi de Piscotare, din Grecia. Uleiul de măsline e 2,70 €, aici cât e litru, cam ne apropiem. Картофель подорожал на несколько леев и сейчас стоит 8-10 леев. А dacă facem cu februarie, în februarie, era puțin mai ieftin. Eu cumpăr toată vremea de la piață și cartofii erau cu 5 lei, 6 lei. Ianuarie, februarie, așa ceva era. Больше, чем в два раза выросли цены и на грибы. Pentru noi e scump, dar trebuie de mâncat. Trebuie ca muia e post, trebuie cu galușe, cu aceea, le mai faci cu oțet. Asta depinde de producător, cât ne le dau. Le dau ei mai ieftin și noi le dăm mai ieftin. Nu depinde de noi prețurile, dar de februarie a fost mult mai ieftin. На фрукты некоторые даже не смотрят, могут себе позволить лишь по большим праздникам. Продавцы же говорят, что ждут новых подорожаний. Из-за того, что цены на топливо с начала года повысились в среднем на 4 лея, то есть на четверть. Первый раз интересно, так все скупит моторина, скупишь газу, скупишь остан самок, что-то продукция. Ну, садусь к калу, да, садусь к машине, требуешь есть такого, ну, куряпы, шапа скупишь. Да, и сигурка еще и десусы. Люди считают, что рост цен должны сдерживать власти. Говорят, что особенно важно контролировать факторы, которые влияют на стоимость продуктов первой необходимости. Контроль. Опять же, контроль. Должны быть контролирующие органы. Должно что-то быть. Ведь раньше было сдерживающие стимулы. Нельзя было превышать какой-то лимит. Я вообще не вижу президента в стране. Я не вижу. Я ее только вижу, ее фе. Я хочу, я сделаю, я решила. Извините, надо немножко подумать о людях. Я решила, можешь дома топнуть ножкой и сказать, я так хочу. Ca să-și asume responsabilitatea că lumea a votat-o. Pentru asta ea trebuie să facă ordine, dar nu să caute în pandemie, să caute anticipate. Anticipate nu se fac așa. Fac ca lumea să fie mulțumită, dar nu cum ea... Президент Санду признает, что цены выросли, но ответственность перекладывает на временное правительство. Между тем, компания Premier Energy заявила, что с 1 апреля закупочная цена на электроэнергию изменится, а потом придется приводить в соответствие с новыми расценками и тарифы для конечных потребителей, которые могут повыситься примерно на 10%. Продолжается борьба с незаконными постройками. С начала года в столице снесли больше 100 киосков. Сегодня на Рыжкановке и Ботанике убрали по меньшей мере еще 3 ларька, владельцы которых не предъявили разрешительные документы. Решение о вывозе выдали судебные инстанции. Напротив рынка на улице Зеленского выстроились в нестройный ряд больше 10 киосков. Торгуют всем, от продуктов питания и бытовой химии до кофе. Эвакуировали рыбный. Не то что документов на него, даже владельца найти не удалось. Здесь велась торговля рыбой без каких-либо авторизаций. То есть данный объект не имел никаких документов, в связи с чем была сделана выпущена диспозиция, согласно которой сегодня муниципальные предприятия проводят демонтаж и эвакуацию. До конца года та же судьба ожидает и остальные киоски на этой улице. На их месте будет обустроена пешеходная зона. Всего в районе под критерии сноса попали около 3 десятков ларьков. Сейчас на Ботанике находится по меньшей мере 400 киосков, а год назад их было больше 600. Жители говорят, что перемены заметны. Когда они красивые, то хорошо. Но для того, чтобы было красиво в городе, надо все одновременно делать. Хоть немножко будет порядок. А то такой бардак везде, что кошмар один. На кругу Калиорхейлу сегодня началась работа по сносу остановки, совмещенной с круглосуточным магазином. Жители столицы давно жаловались на это место. Тут любили собираться шумные компании любителей алкоголя, а после посиделок оставался мусор. А часто герета обут диспозиции де эвакуария, энкопендоумий, ноус призвеча. Дат факт, лукиной матрат, инстанция держу деката.
где факты инстанция 600 экспуска, частые конструкции, ну, есть и легалы, еще требуют демолата. Всего на Рыжкановке около 400 киосков. Срок авторизации сотни из них заканчивается 30 июня, после чего решением мэрии города они будут эвакуированы. До этого момента должны убрать еще 100 ларьков. На сегодня все. С нашими новостями можно также ознакомиться в соцсетях. В заключение, как обычно, просим вас внимательно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Надевайте защитные маски, соблюдайте социальную дистанцию. По возможности выходите из дому только по мере необходимости. Увидимся завтра вечером. Всего доброго.